Вчера, получается, в субботу, мы проводили 21 час ВКС с нашими территориальными комиссиями. Я им сказал о том, что мы назначили пресс-конференцию на 10 часов утра понедельник. И очень просил, чтобы к этому времени 100% протоколов участковых комиссий были введены в ГАЗ-выборы. Ровно без 7 минут 10 сегодня последний протокол участковой комиссии был введен, поэтому я вам сейчас сообщу все цифры, которые затем найдут отражение в официальном протоколе, потому что вот на момент проведения нашей встречи, нашей пресс-конференции, все 100% протоколов участковых избирательных комиссий, как и предписывает нам закон, введены в систему ГАЗ-выборов. Ну, а теперь, собственно говоря, о некоторых цифрах. Коллеги, 3 дня голосования – это, как оказывается, очень удобно для избирателей. Это, как оказывается, очень намного легче обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и мер. Я вам скажу так, что у нас вот явка по итогам, окончательно по итогам выборов составила 45,88%. И она распределилась по 3 дням примерно одинаково. Ну, в последний день, конечно, чуть побольше было. В первый день 12% с небольшим, потом там 13%. Ну и вот в последний день там чуть побольше было. Ну, примерно одинаково. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что Центр избирком, когда принимал решение о проведении голосования в течение 3 дней подряд, очень точно спрогнозировал то, что именно 3 дня необходимы, и именно поэтому принял такое постановление. Можно было бы и 2 дня, потому что написано «в течение нескольких дней подряд». Так в законе написано, да? Но вот приняли постановление о проведении 3-дневного голосования. За период голосования, за 3 дня голосования, мы так в шутку назвали нынешний единый день голосования, 3 единым днем голосования, поступали жалобы. Жалобы бывали разные. Ну и вообще жалобы в принципе бывают разные. Есть, как говорят, значительные, незначительные, серьезные, несерьезные, а мы говорим по-другому. Мы говорим, есть жалобы, которые в состоянии или в принципе могут повлиять на исход выборов, а есть, которые при любом раскладе не в состоянии повлиять на исход выборов. Вот в этот раз не было ни одной жалобы, которая, ну и, соответственно, ни одного факта, которые бы повлияли на исход выборов. Не было каких-то массовых, ну, скажем так, массовых вещей, которые бы вот там были сопряжены, допустим, с желанием или стали выражением желания, значит, нарушить процедуры, предусмотренные законом, или как-то повлиять на итоги голосования. Были, ну, кстати, достаточно много за 3 дня пришло жалоб. Я сейчас точно, наверное, сколько? Всего 103, вот именно в избирательной комиссии, могу сказать. Да, в избирательной комиссии. Точно. Это вообще за все время голосования 131 с учетом выборов, ну, по выборам Государственной Думы, с учетом выборов губернатора 146. Mm-hmm. За 3 дня голосования именно в избирательной комиссии области поступили 42 жалобы, а в последний день голосования, в основной день голосования 13 жалоб. 13 жалоб. Коллеги, ну вот цифры вроде такие значительные, но имеется в виду вот эти первые цифры, которые назвал Иван Викторович, это за все время кампании, по сути, за 3 месяца. Да? А вот именно в дни голосования там 40 с небольшим жалоб, ну, однотипных очень много, конечно. Мы еще подробно будем анализировать их, значит, и будем пытаться понять, почему все-таки люди жалуются, на что они жалуются в основном. Мы каждый раз это делаем после выборов, и это дает
Это позволяет нам понимать, на что нужно обращать внимание. Мы понимаем, что не все процедуры, которые, не во всех случаях процедуры, которые должны были быть проведены членами участковых, прежде всего, комиссий безукоризненно, не все получилось. Мы понимаем, что были нарушения порядка проведения голосования вне помещения. Они не были массовыми, но они были. А мы добиваемся всегда того, чтобы все процедуры были, во-первых, понятны избирателям, прозрачны абсолютно, ну и чтобы они были в строгом соответствии с буквой закона, с буквой тех положений, которые принимает Центр избирком. Это очень важно, потому что только когда процедура понятна, только когда она абсолютно безупречна, вот тогда мы можем говорить о том, что мы сделали абсолютно все для того, чтобы выборы прошли вот в этой атмосфере легитимности, и к ним было абсолютное доверие. А когда мы все-таки некоторые шероховатости имеем, мы понимаем, что над этим нужно работать. И мы каждый раз над этим работаем. Вот. Еще о чем бы хотелось сказать. Очень высокая конкуренция была на этих выборах. Я, пожалуй, не припомню ни одной другой такой кампании, проводимой в Ульяновской области до этого, чтобы была такая высокая конкуренция. Ну вот сами подумайте, 14 политических партий принимают участие в выборах в Госдуму по партийной составляющей. Да? По 11 кандидатов, ну если говорить о бюллетене, да, и о днях голосования, они говорят о том, сколько там их выдвигалось, снималось там и так далее. По 11 кандидатов было в каждом бюллетене и по 187 округу, и по 188. И еще и 4 кандидата по выборам губернатора. Сам по себе уровень выборов очень высок. Сама по себе цена, ну, в понятном, в привычном понимании этого слова, цена мандата очень высока, да еще и такая конкуренция. Конечно, эти выборы были напряженными, они были для кого-то даже очень непростыми. И вот, пожалуй, это, наверное, основная такая отличительная особенность, характеристика завершающейся кампании. А теперь о цифрах, собственно говоря, вернее, о других цифрах, об итогах. Я уже сказал, что на сию минуту все 100% протоколов участковой комиссии введены в систему ГАЗ-выборы. Таким образом, они стали публичными, потому что они в ту же секунду, когда оператор нажимает на клавишу «ввод», появляются не только в нашей закрытой системе выборы, но и на портале Центра избиркома, то есть, по сути, в интернете. И каждый из нас, каждый из наших избирателей может зайти на сайт Центра избиркома и посмотреть результаты вот прямо сейчас, ну, по крайней мере, по Ульяновской области, 100%. Я уже сказал о том, что в выборах приняло участие 45,88% избирателей, от числа избирателей Ульяновской области, которые включены в список, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования. На момент окончания голосования в списке избирателей было внесено чуть больше 970 тысяч наших избирателей. Вы спросите, возможно, а почему цифры разные? Например, на 1 июля было, мы публиковали одно количество избирателей, оно было там на 6 тысяч больше, а сейчас вот такое. А потому что мобильный избиратель позволил нашим избирателям, в случае, когда они не находились в дни голосования на своих избирательных участках, они могли подать заявление о голосовании по месту их нахождения в дни голосования и проголосовать там, где им удобно. И вот этим правом воспользовались наши избиратели, которые перемещались не только внутри Ульяновской области, но и за ее пределы. И поэтому количество избирателей именно в списках избирателей, не в базе данных регистра избирателей, а именно в списках избирателей, оно немножко уменьшилось, но незначительно.
Сначала я вам сообщу о партийных результатах. Как я уже сказал, 14 политических партий принимали участие в выборах. На первом месте партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия» получила в нашей Ульяновской области 173 473 голоса. Слушайте, интересно, 173, 473 и регион 73. Здорово. Это составило 39,3% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Коммунистическая партия Российской Федерации получила 147 309 голосов. И тоже есть 73 в этой цифре. 14,73,09. То есть 147 309 голосов. Интересно. Это составило 33,14%. Третий показатель у Либерально-демократической партии России. Они получили, либеральные демократы получили 32 876 голосов. Это составило 7,4%. Четвертое место. Политическая партия «Новые люди». В Ульяновской области они получили 23 842 голоса. Это 5,36%. И еще одна партия преодолела 5-процентный барьер в Ульяновской области. Она получила, это партия «Справедливая Россия за правду», она получила 22 232 голоса, что составляет ровно 5% голосов. Тоже интересная цифра, очень такая круглая. Пятерка. Круглая пятерка у партии «Справедливая Россия». Таким образом, в Ульяновской области 5 партий преодолевают 5-процентный барьер. Следующее. Протокол номер 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу номер 187. Ну, я так думаю, что, ну, я не думаю, это очевидно, что это самый конкурентный округ. Здесь победу одержал Кононов Владимир Михайлович, 56 118 голосов, 28,91%. Второе место Кузин Виталий Иванович. 46 854 голоса и 24,14%. Ну, а у остальных там гораздо меньше. Таким образом, победитель здесь Кононов Владимир Михайлович. Выдвиженец партии «Единая Россия». Ну, протокол номер 2 – это партийная составляющая этого округа. В принципе, это как бы, я уже про партийный результат сказал, в целом по области. Протокол номер 1 – Радищевский избирательный, одномандатный избирательный округ номер 188. Это, значит, голосование по одномандатному округу. Здесь победу очень убедительную одержал Третьяк Владислав Александрович. Он получил 116 895 голосов избирателей. Это составляет 47,84%. Второй результат у Гибадинова Айрата Мирасиховича. 47 572 голоса и 19,47%. У остальных гораздо меньше. Таким образом, победитель здесь Третьяк Владислав Александрович, выдвиженец партии «Единая Россия». И, наконец, выборы губернатора Ульяновской области.
В них приняло участие немного меньше избирателей, чем на выборах депутатов Государственной Думы. Это и понятно, почему. Потому что часть людей, которые голосуют в Ульяновской области, имеют активное избирательное право на выборах в Госдуму, но не имеют, если они не зарегистрированы, не имеют постоянной регистрации в Ульяновской области, они не могут голосовать на выборах губернатора. 967 259 было включено в списки избирателей. Здесь, ну, безоговорочная, очень убедительная, яркая победа русских Алексея Юрьевича. 366 035 голосов. Это 83,16%. Ну, остальные кандидаты набрали просто очень примерно одинаковое число голосов. Например, Бударин Геннадий Александрович 24 199, это 5,5%. Светлана Викторовна Горева 19 935, 4,53%. Мадинин Сергей Владимирович 20 904, это 4,75%. Повторяю еще раз, русских Алексей Юрьевич, выдвиженец партии КПРФ, одержал победу с очень убедительным результатом. Таким образом, я думаю, что нам с вами ничего не помешает поздравить наших избирателей, ульяновцев, с избранием губернатора Ульяновской области и двух депутатов по одномандатным округам. А что касается партийных депутатов, избранных по конкретных уже депутатов, избранных по партийным спискам, эти результаты устанавливает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации на своем заседании. Но я думаю, что когда будут обработаны все 100% протоколов участковых избирательных комиссий на территории всей Российской Федерации, тогда, ну, тем, кто сможет это сделать, кто умеет это сделать, кто понимает порядок установления итогов и определения результатов выборов, можно, в принципе, посчитать и самому, и понять, сколько от нашей области еще и пройдет по партийной составляющей. Повторяю, это «Единая Россия», КПРФ, другие партии, которые преодолевают 5%, они, конечно, будут допущены к распределению депутатских мандатов, вот этих 225 депутатских мандатов, в партийной составляющей выборов депутатов Государственной Думы. Я свое сообщение закончил. Если есть вопросы, прошу их задать. Юрий Иванович, есть такая информация, ну, по крайней мере, она проходила в, может быть, неофициальных источниках, что победу Кононова обеспечили сельские районы. Да, ли это действительно на самом деле? Ну, мы пока настолько такой подробный, глубокий анализ не проводили. Возможно, вполне. Мы это будем понимать, когда получим на руки уже. Ну, они, собственно говоря, уже как бы в машиночитаемом виде готовы. Просто мы их еще не видели. Результаты по участкам и по муниципальным образованием. Тогда можно будет сказать, да, эта победа в основном была одержана, так скажем, на сельской территории, либо в городе. Пока не могу сказать. Я думаю, что самое короткое, вот только мы установим официальные итоги, мы планируем это сделать завтра утром, провести итоговое заседание, когда мы получим все уже протоколы, ну, имеется в виду бумажные. Вот. В базу госвыбора итоги введены, а теперь мы еще должны получить, ну, документы в бумажном виде с печатями. И когда мы уже установим итоги официальные, сейчас же мы говорим все равно о предварительных итогах, когда комиссия установит официальные итоги, мы обязательно опубликуем в том числе и информацию по участкам, и по территориям, по муниципальному образованию, там будет все понятно. Вы уже без моей помощи получите эту информацию и ответите на свой вопрос. Юрий Иванович, скажите, на данный момент нет фактов оспаривания выборов со стороны? Нет. У нас, я, кстати, когда говорил о количестве, о жалобах, упустил, у нас вот на сию минуту всего одна нерассмотренная жалоба. Что это за жалоба, кстати говоря? Значит, вчера поступила жалоба в областную нашу комиссию, значит, от избирателя 71-летнего возраста,
который подал заявление о том, чтобы заявку устную по телефону, чтобы была возможность у меня проголосовать на дому. Он, ну, пожилой достаточно человек, вот, а комиссия до него не доехала. Это в Ленинском районе города Ульяновска. Вот это, конечно, плохо, мягко говоря. Значит, мы сейчас разбираемся очень внимательно и подробно, по какой причине. То ли, значит, мы виноваты, то ли, значит, как-то информация дошла не так, как должна была доходить. В любом случае мы разберемся, и, конечно же, до установления итогов голосования, до определения результатов выборов мы обязательно все жалобы, но пока вот у нас одна не рассмотрена, мы обязательно все рассматриваем, и перед тем, как подписывать протокол, мы будем понимать, что претензий к работе комиссии, так условно назовем, ни у кого нет. Уж не говоря о том, чтобы были какие-то судебные разбирательства по итогам выборов. В том числе и результаты не оспаривают? Нет, никто не оспаривает результаты. По крайней мере, я об этом ничего не знаю. Юрий Иванович, также вчера после закрытия участков, то есть после 20.00 в мессенджере Telegram шло очень активное обсуждение среди ульяновцев того, как начинают вскрывать ящики. И была такая информация, как прошла, что на участке, если мне не изменяет память, это можно посмотреть, 39-18, очень долго откладывалось вскрытие ящиков. И якобы после этого там было действительно преимущество у «Единой России» чуть ли не в два раза превышало количество голосов за данную партию. Известно ли вам что-то о таком факте? Имело ли он место, или это очередной вброс, фейк? И могут ли действительно быть как-то связаны? Ну, 39-18 – это Ленинский район, да? Это так, 18 я просто не помню, где этот участок. Если... Мне кажется, это в районе Репина, наверное, да? По номеру, так судя. Ну ладно, неважно. Ну, во-первых, информация у меня точно, ну, официально она не поступала к нам, информация по этому участку. А там были вообще наблюдатели? Что говорят? Ну вот якобы кто-то из присутствующих это писал, но опять же... Но если он там присутствовал, то, ну хорошо, а что ему мешало внимательно смотреть, что происходит в это время? Там наверняка у нас в городе, ну, большинство участков, мы с вами знаем, да, были с видеонаблюдением. Я уверен, что и это, скорее всего, было с видеонаблюдением. Вот. И что мешало вот убедиться в том, что там происходит, затем прокомментировать, написать это. Дальше больше не было сообщений с этого участка. Ну, ну после вы знаете, этого утром было сообщение, что якобы там превышение аж в два раза, то есть зафиксировал кто-то. Ну давайте, я уже для себя в памяти отложил, по крайней мере, 39-18, и я прямо сегодня поручу в этом вопросе разобраться. Вот, и, ну, как-то вот давайте я там готов через какое-то время ответить на этот вопрос. Вот, просто надо, ну, до конца разобраться, тогда мы поймем, фейк это или нет. Потому что, ну, кстати, что касается фейков, их тоже было немало, к сожалению, к большому. Я даже вчера вот мы там с коллегами общались, я сказал, что, собственно, никакого, даже и секрета никто не делает. Люди, по сути дела, подтверждают авторство публично. Публично подтверждает авторство фейковых вот этих видеосюжетов, понимаете? И вчера как раз вот мы с вами до начала нашей сегодняшней встречи говорили, вчера был прямой эфир с Александром Панфиловой, которая тоже задала вопрос, а что это за видеоролик про то, что, значит, там поздно вечером в субботу на участке 39-12 в политехе, ну, в тарелке так называемой, да, там находились члены комиссии, что они там делали, и при том, что уже сейчас можно об этом говорить, мы уже как бы за рамками избирательного процесса, Кузин Виталий Иванович все это снимал, комментировал, значит, и говорил, что это, значит, идет вброс, там, он написал, вброс бюллетеней в ящик, ну, не знаю, как это делать, но так он написал. И более того, когда Виталий Иванович убедился в том, там приехал наряд полиции, там был председатель комиссии городской Андреев Вадим Иванович, значит, и когда Виталий Иванович письменно написал заявление
и написал заявление в Ленинское РОВД и письменно в этом заявлении, значит, отразил, что он никаких вопросов у него не осталось, он не имеет претензий к членам участковой комиссии вообще, значит, и все ему понятно, и он ничего плохого там не имел в виду. После этого он монтирует ролик, выкладывает его в интернет вот с этими, со своими комментариями. Ну, как это называть? То есть он, не стесняясь, говорит, что да, я действующий депутат законодательного собрания Ульяновской области, фракция КПРФ. Да, я действующий кандидат, значит, по 187 округу на выборах депутата Госдумы. Я хочу быть депутатом Госдумы, но я вам, уважаемые избиратели, хочу соврать, что я видел одно, а говорю, что это было другое. Ну, как это называется? Это же не просто некрасиво. С юристами вчера мы обсуждали, но, правда, мнения тут разделились. Одни говорят, что это вообще-то похоже на заведомо ложный донос. Другие говорят, нет, практика другая, ну и так далее. То есть это, по меньшей мере, некрасиво. Это делать не нужно. Мы знаем и другие факты, просто... просто откровенного вранья. Поэтому, что касается участка, о котором вы сказали, 39-18, я пока ничего сказать не могу, но я обещаю, что обязательно разберусь очень внимательно, подробно, попрошу моих коллег, чтобы это сделали. Если нужно, мы комиссионно рассмотрим. Если там было видеонаблюдение, мы сделаем прокрутки. У нас все эти записи есть, они никуда не делись. То есть там все это можно очень, очень просто и легко установить. Что касается сохранности в принципе бюллетеней в сейфах, я вам, уважаемые коллеги, уже говорил, еще раз скажу, что у нас на всех, без исключения, участках были отдельные металлические сейфы для хранения именно бюллетеней, и больше там ничего не было. Вся остальная документация находилась вообще в других сейфах. И списки избирателей, бланки избирательных бюллетеней, неиспользованные бланки, то есть чистые бланки, да, без отметок избирателей. И эти сейфы, где находились бюллетени в сейф-пакетах, были опечатаны, заставлены акты, опечатаны и находились под круглосуточным наблюдением видеорегистратора либо камеры видеонаблюдения, которая находилась на участке. Помещения на ночь закрывались на ключ, опечатывались и охранялись сотрудниками полиции либо Росгвардии. Ну вот, что еще? Мы все это показывали, демонстрировали на нашем модельном избирательном участке. Мы неоднократно объясняли и нашим избирателям, прежде всего, и членам политических, представителям политических партий и кандидатам, какова процедура. Кстати говоря, ни одной жалобы, ни одного нарекания, ни устной, ни письменной, на порядок хранения и на, собственно говоря, на то, что происходило вот эти три дня, ни по одному участку в Ульяновской области не было. Вот. Отключение света тоже не было. Отключение было у нас днем, я уже не помню, какой это день, но не в третий, а вот либо во второй, либо в первый. Очень такое короткое отключение света на участке, где работает КОИБ, но там же стоит еще резервная батарея, и она, то есть, обеспечила его питание, и поэтому там не было ничего. Нет, это потому что работа видеорегистратора в том числе. Нет, что вы, нет, ни одного факта, когда отключался электроснабжение в помещении, где установили видеорегистратор, либо видеонаблюдение, не было. Юрий Иванович, что касается, опять же, ну, возвращаясь к фейкам, у нас по количеству таких, так называемых, вот, вбросов информации все-таки городские территории лидируют и все. Городские в основном, да, городские, конечно, городские. Ну, здесь более креативные люди, очевидно, живут, или более интересные, более многочисленные события происходят в городе. Ну, конечно же. Конечно, город. Так всегда, ну, традиционно всегда. И в городе больше жалоб всегда, значит, более такая динамичная кампания, более эмоциональная. Вообще, ничего в этом удивительного, конечно, нет, но потому что мы уже говорили, что и конкуренция высокая, да, и вообще это же состязание, но это же борьба, да, с открытыми забралами, но это борьба, это
гладиаторские в отдельных случаях даже вот такие бои. То есть, ну, это спорт, по-другому говоря, да, состязание такое, эмоции. Все, сегодня эмоции улеглись, мне кажется, уже все спокойны. По крайней мере, когда уже мы практически там на 90% ввели протоколы, и это все обличили уже, появились отдохнувшие немножко, не окончательно, но немножко отдохнувшие участники избирательного процесса, кандидаты, представители политических партий. Все, они уже совершенно с другим настроением, они уже успокоившиеся. Ну, кто-то выиграл, кто-то проиграл. Впереди новый этап политической работы. Это нормально. Спасибо.